Завершилось проходящее в Баку 28-е заседание специальной рабочей группы, созданной с целью обсуждения конвенции по определению правового статуса Каспия. После заседания представители прикаспийских стран провели совместную пресс-конференцию. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил, что в обсуждениях есть прогресс. Заместитель министра отметил, что ведется диалог по согласованию некоторых моментов, подчеркнув, что наряду с этим все еще немало несогласованных моментов. Он отметил, что среди несогласованных вопросов есть такие, как использование водной поверхности Каспия, различия между национальными зонами, право каждой страны на море, моменты, связанные с военной и судоходной деятельностью. Специальный представитель президента Ирана по прикаспийским вопросам Мухаммед Мехти Ахундзаде отметил, что до полного принятия пятисторонней конвенции соглашение между СССР и Ираном по правовому статусу Каспия остается в силе. Было отмечено, что очередное заседание рабочей группы по обсуждению вопросов конвенции по определению правового статуса Каспия и очередной саммит глав государств прикаспийских стран состоится в Москве. Информационное агентство АПА.